Я всех приветствую на своем канале. Как обещала, девочки, хочу вам показать обзор на две красивые новинки, во всяком случае, которые я выписала на Алиэкспресс. Вот такие две палеточки. Очень хорошие, очень качественные. Посмотрите, какой некрасивый пластик. Называется она Go-Go. И вторая палеточка. Тоже такой нежный-нежный у нее пластик. Сейчас я вам ее открою. Здесь зеркало. Так, вот такая палеточка. Очень красивые у нее оттенки, все оттенки. Ну, я не могу сказать, что они яркие, но, во всяком случае, для меня, вот как я крашусь, для меня они носибельные. Я вполне могу и на работу краситься такими оттенками. Ну что, приступим. Извините меня, сразу заранее говорю, потому что я не умею делать свотчи, но буду стараться, потому что у меня телефон, не умею я делать, девочки, свотчи, поэтому заранее меня извините. Наверное, я вот другой рукой буду наносить. Вот такие, смотрите. Смотрите, какие красивые у нее оттеночки у этой палетки. Так, ну, наверное, вот сюда нанесу. Вот. Видите, какие оттенки. Так, теперь второй ряд. Ну, тени по себе мягкие. Смотрите, какие они блестящие. Ой, у меня здесь надо подвинуть мое ожерелье. Так, вот так. Показываю вам красоту сверкалок этих. Наносятся они прекрасно, прям вот вы видели. И именно вот этот зеленый, ради которого я, собственно говоря, ее и выписала, что-то у меня в последнее время, девочки, прорывает на зеленые оттенки. Наверное, это уже возраст. Все возрастные дамы любят зеленые оттенки. Так, ну куда? И, наверное, вот сюда, вот так вниз. Положу, тоже красить некуда. Так, вот этот сделаю поярче. Вот, видите? А я же вам не показала на пальчике, извините. Сейчас я еще раз возьму и покажу вам, как это смотрится на пальчиках. Вот, видите, как красиво. Особенно вот этот зелененький. Вот тоже у него что-то как... Вот у этого оттеночка какой-то перламутр есть красивый. Ну, этот как обычно. Вот такие оттеночки. Все, девочки, вам оттенки показываю. Красивый зеленый. Ну да, зеленый прям вообще сочная. Сочная, спелая зелень. И вот эти. Так, ну сейчас вторую палеточку. Еще раз вам покажу ее. Я даже сама не могу на нее налюбоваться. Какая это красота. Так, ну вторая палетка. Наверное, Go-Go. Вот, посмотрите, не буду коверкать название. Открываем. Здесь зеркало запечатанное. Вот такая вторая палетка. Здесь уже оттенки такие более-менее, не такие кричащие, яркие, в отличие от первой. Но она тоже очень-очень красивая. Давайте, девочки, попробуем. Первый ряд. Это матово идет. И тоже матовый. Вот так на пальчиках смотрится. Вот этот оттенок прям такой красивый-красивый. Мне он напоминает с чем-то палетки у Эвелин. Вот такие вот этот сейчас. Вот этот как-то не особо с первого раза нанесся удачно. Так, ну вот, видите, да? Показываю вам сверкалку и красоту. Так, второй ряд. Ну, тени могу сказать. Вот матовые прям хорошо набираются. А вот эти блескучие, они как-то маленько как-то верденькие. Вот, видите? Вот так вот матовые. Матовый вот этот прям такой. Такой пигментированный. Так, вот сюда вот так. Оп. Оп. Вот.
Сейчас вот этот нанесу поярче. Этот не особо взялся. Сейчас поярче его нанесу. Вот видите? И третий ряд. Даже не знаю, куда наносить. У меня здесь мое ожерелье жемчужное мешает. Так, ну и сейчас третий ряд. Ух ты, какой вот этот красивый. Сейчас покажу вам. Матовые, сразу говорю, девочки, пигментированные. Прям вообще отлично набираются. Смотрите. Вот этот прям, вот этот красивый. Очень красивый. Так, еще раз вам его показываю. Вот этот. Очень красивый. Так, куда? Ну, вот сюда, наверное. Раз. Вот, видите? Ну да, что-то у нее в этой палетке есть рыжие подтоны. Ну, не знаю, что-то мне в последнее время рыжие подтоны уже не особо нравятся. Но буду что-то придумывать, что-то сочетать с какими-то другими оттенками. Можно многое придумать. Но она такая офисная, она спокойная. Вот еще раз вот этот оттеночек вам покажу. Он такой, вот он. Видите, матовые. Матовые, да, очень хорошо наносятся. Вот такая палетка. Девочки, она мне напоминает палетку от Эвелин. Вот чем-то напоминает. Смотрите, да? Интересно, еще раз вам. Вот этот мне прям показался такой прям яркий. Вот. Ну вот, девочки, вот такая палеточка. Еще раз вам показываю. Скромная, не кричащая. Именно офисная. Для нас, для возрастных девочек, именно как раз такая палетка. Ну вот, девочки, спасибо большое за внимание, кто до конца посмотрел мое видео.